В Центральной городской библиотеке прошла торжественная церемония вручения паспортов. Свой главный в жизни документ получили 7 молодых треугорненцев. Ребятам рассказали об истории возникновения паспорта, прозвучало много напутственных слов, но главное пожелание юным гражданам России – стать основными действующими лицами по реализации планов развития города и страны. Паспорт – это очень серьезный документ, и он выдается, ну, сейчас уже, когда я получал паспорт, раньше давали 16 лет. И 16 лет уже чувствовал себя полноценным гражданином. До этого был, возможно, скажем, такой-то вот такой период, который отделяет юность такую беззаботную от уже серьезной взрослой жизни. И жизнь взрослого отличается от детства, скажем, тем, что уже поступки, которые совершаешь, уже нельзя списать, что мне кто-то посоветовал или там и на кого-то. Отвечаешь только сам. Мероприятие получилось действительно торжественным. Это было видно по взволнованным лицам ребят и их родителей. Юные граждане страны, вдохновленные, радостные, с сияющими глазами, покидали библиотеку, держа в руках свой первый документ – паспорт. Церемония завершилась гимном, который участники исполнили вместе.